апреля на 10% повысится размер социальных пенсий. Прибавку получат 90 тысяч южноуральцев. В среднем выплата увеличится на 500 рублей и составит 5730 рублей. В Магнитогорске заканчивают принимать идеи по художественному оформлению фасадов жилых домов. Заявки и конкурсные работы Управление молодежной политики администрации принимает до завтра. Сегодня в Магнитогорск привезут святые мощи блаженной Матроны Московской. Прикоснуться к святыне можно в храме Вознесения Господня сегодня с 14 до 23 часов. Сегодня синоптики обещают в Екатеринбурге плюс 2, плюс 4. В Челябинске 3 тепла. В Магнитогорске облачно с прояснениями, мокрый снег, днем 0, плюс 2. В Першимпенуазе до 2 тепла. В Кизельском плюс 1, плюс 3. В Верхнеуральске около нуля.